Полное описание и точную дату выхода 120-й серии турецкого сериала «Плен». 120-я серия сериала выйдет в эфир 26 мая. В новой серии мы увидим, как Орхун произнес ожидаемую речь и извинился перед Хирой. Хира сказала, что его обида не пройдет так легко после извинений. Орхун, конечно, не ожидал такой реакции. Он также был опустошен. Нуршах будет той, кто снова оправится. Она попросит Хиру дать последний шанс от ее имени, заявив, что ее брат очень раскаивается. В результате Хира прощает Орхуна. Рашид наконец-то нашел свою беду. Этого Рашида очень трудно потерпеть. После насилия, которое он совершил над Мирием, его мать ударяет Рашида ножом. Посмотрим, умрет ли Рашид или будет ранен. Возьмет ли Мирием вину на себя или Кинан, который находится в центре инцидента, возьмет вину на себя. Лица дуэта улыбались в течение нескольких часов и снова погружались в сон. Реальность иногда может ударить вас как пощечина. Их энтузиазм сошел на нет. Отношения между Мирием и Кинаном действительно очень тяжелые. Вы опухаете от просмотра. Как будто все возможности закрыты. Постоянное событие, постоянное несчастье и застой. Отношения Орхуна и Хиры – полная противоположность этим. Они динамичны. 120-я серия сериала выйдет в эфир 26 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.